Всем привет, с вами Брайан, я начинаю новый цикл летсплеев, и в нем я буду играть на таком сервере в Майнкрафте под названием Ghostcraft, и многие, я так думаю, об этом знают, об этом сервере. Ну, кто не знает, сейчас я объясню суть этого сервера. В общем, мы появляемся в этой комнате, и тут у нас есть на выбор много разных карт, на которых как раз мы и будем играть. Вот, допустим, Church Classic, ну, это уж... какую вы хотите, выберите. Когда мы заходим в карту, мы ждем время до конца матча, который осталось, и после того, как предыдущий матч закончился, мы начинаем наш раунд, и, в общем, рандомно иногда мы первый раз становимся призраком. Да, призраком Майнкрафта. Это такое явление, конечно, у нас есть. Давайте способности я расскажу как раз по пути. А вообще, обычно появляемся мы солдатами какими-нибудь. Давайте для начала зайдем на карту. Керриген, моя любимая карта. Сходи. Еп. Осталось одно место как раз. Вот. И тут у нас спавн. Тут, как всегда, ломать нельзя. Тут мы выбираем, кем мы хотим играть. Да, что ж тут так народовка. А, тут медиком, потом пью-пью-пью. И солджером. Потом арчером. В общем, 4 на выбор есть роли. Остальные платные там покупать нужно на сайте Ghostcraft. В общем, медик — это фигня, короче, Battle Buff — это тебе лук дают тут. Я не помню, что тебе дают. Ну, тоже вроде лук и меч. Вот солджера всегда обычно выбираю, самое нормальное. Ты играешь солдата, давайте я немного убавлю звуки до 10 хотя бы. Так, и в общем-то, первый раз призрак, ну, то есть любого человека компьютер выбирает призраком. А вот остальные разы, кто больше всего нанес урона призраку, тот и будет призраком. Да, надеюсь, я понятно объяснил. Обычно тут пишут все свои проценты, сколько у него процентов. Тут будет написано, сколько у вас процентов. Так, я выбрал солджера, и мы ждем, пока начнется наш раунд. Где-то у нас тут, наверное. Ну, где-то у нас тут. Да, осталось 3 секунды. Еп! Сейчас мы начнем. Так, в чате написано, что play for fun какой-то у нас привидение. Нам дается меч зачарованный, потом 3 эндерперлы, но это не эндерперлы, это бомбы. Их бросаешь и присвоит букву. Это зерно силы, а это просто книга, она не нужна, в общем-то. Вот, мы появились на карте, тут ломать ничего нельзя, тут нужно искать призрака, он отмечен таким серым, таким дымком, и звуки от него. Еще и давайте начнем искать призрака, чтобы убить. Так, призрак, я его сразу же увидел. Блин, поганый призрак, я в него, кажется, не попал, да? Тут какой-то херов, блин, ходит какой-то. Так, призрак, ты от меня не спрячешься. Я тебя найду. Вот он, сейчас только-только вот убил. Видели, прямо на глазах. Подбирать вещи тут нельзя, к сожалению. Вот он, видите, я его бью. А, у меня мало жизни осталось. У меня пол сердечка остался. Это очень печально. И оно тут, вернее, здоровье. А, нет, восстанавливается. Я думал, что не восстанавливается. Алмази. Вон он, призрак, видите? Но я боюсь своего попасть. Лучше не попадай своего, потому что крикнет гасты. Это противно, когда своего попадаешь. Я могу вам это продемонстрировать. Вот он. А, он меня убил. Вот тут такой какашка. Итак, мы ждем, пока следующий раунд, вернее, этот раунд закончится через 3 минуты. Ну, если кто-то убьет сейчас призрака, то раунд прямо сейчас закончится. И мы ждем. Я это, наверное, ускорю, потому что делать тут все равно нечего. Поразбиваем глобстол. Итак, раунд еще. О, прям Страйкер 70 убил призрака, в чате нам пишут. И сейчас мы узнаем, сколько я процентов нанес призрак.
Так, вот, я нанес 25%. Это, конечно же, немного. Да. Тут у нас какой-то херабрин. Херабрин, это ты? Ты везде за мной следишь, везде. Ты знаешь об этом? Вот, вот как я начал летсплей, с тех пор на каждом сервере я вижу херабрина. Под маскированным, под каким-нибудь там, на воином или другой скин, но белые глаза, он вообще просто не дает мне покоя. Ну что ж, ой, что это такое? А, это кто-то. Вот Страйкер 70, он был, убил призрака, значит, скорее всего, у него, да, у него больше всех процентов стать призраком. И он стал призраком, как вы видите. Страйкер Снау, или как это? Страйкер Снау за год, да. Итак, верстаки, они, их лучше уничтожать, потому что призрак может уляться. Где-то тут призрак. А, это очень крутая граната, это очень опасная граната. Ух, нам просто повезло, вон он. Вот, вы слышали сейчас этот звук, наверное, Гаста. И поэтому там подтверждение, что лучше не бросать своих, потому что этот гастовский звук очень противный. Так, возьмем как будто тут. О, убили госта так быстро. I'm a bad ghost, пишет Страйкер 70. Ну, ну тогда надо было дать. Не, правда, это кто делать нельзя. Я напишу. Лол. Ну что ж, так что ж он так легко сдался, да. Давайте мы сейчас, наверное, пойдем на другую карту. Да, back to lobby. Вот back to lobby. Back to lobby. Ну не хочет back to lobby. Давайте тогда перезайдем. Перезайдем. IP, кстати, не пошел. Ну, сайт я скину. Тут у нас... это... О боже. Это мой друг. Да. Что он тут делает? Мне пишет. Хей. Эй, эй. Итак. Я пойду на карту. На какую карту? На. Да тут, блин, то ной, то один, то вот почти заполнено. Да. Последнюю карту меня зовет друг. Ну ладно. Что ж. О боже, какой тут дяденька бородатый. Так, тут у нас карта археологические раскопки. Тут немного по-другому. Тут вообще слотов 25 на этой карте. А обычно у всех карт 10. И в этой 25 тут немного другие обычаи. Кто это был у нас? Эй-эй-эй, это же пса! И ненавижу пса, я на самом деле. Ну, не то, чтобы ненавижу. Нет, я его не ненавижу просто. Да, в общем, забудьте. Так, мы тут не призраком. Вот, я, как я говорил, тут другие обычаи. Тут, если кого убьют последним, я не знаю, как это считается, тот, в общем-то, призрак стоит. Кого убьют, тот и станет призраком. Но тут не один призрак, а два или три иногда бывает. Вот, кстати, мой друг. Так, давайте искать призрака. Ой, кто-то уже тут всем бросается. О боже, меня ослепили, меня сейчас будет колбасить. Меня тошнота 3, слепота 3. Ну, сила этого, я сам сейчас зелье кинул. Видите, меня как колбасило сейчас. Просто... И, так, я слышу призрака, вот я прям звуки слышу. Он где-то рядом, я чувствую это. О, стою, где-то еще большая бомба. Блин, тут ведь не один призрак. Значит, идемте искать другого тогда. А, вот, я вижу призрака, вот. Вон. О боже, я своего попал. Отлично, блин. Ай-яй-яй, меня отравили, смотрите, отравление, боже мой. Ненавижу отравление. Где этот плохой призрак? Плохой призрак. Фу. И ненавижу отравление. Так, давайте пойдем туда. А тут у нас типа спа. А, нет, тут у нас какой-то храм. Вот он, давайте бьем его. Идемте. Так. Я еще не совсем, конечно, умею играть в Бустрафт. Мне недавно подарили лицензию. Кстати, вот этот человек на экране, который видит. Ну, его канал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подарили мне лицензию Майнкрафта. И спасибо ему большое. Подпишитесь на его канал. Вот смотри. О, нам пишут. We will spawn back in the round in 15 seconds as echoes. Значит, я могу... Я вернулся на спавный. Я призрак! Еппи! И вот у меня тут партнер. О боже, как мне. Сейчас проколбасило просто. Мы можем летать вот так. Нажимаем правую кнопку мыши, мы летаем. Летаем. И это меня очень радует. Это ножницы, это показывает то, что мы рядом потом. Это у нас очень крутая граната.
очень сильная. Косточка, сам не знаю, что это ослепление, это отравление. Штаб популяции. Штаб популяции. Да, давайте, 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 давайте. Давайте убьем, убьем этого чувачка. А, черт, я уже меч сломал, представляете? Как я так мог быстро сломать меч, я не понимаю. Так. Я тут бомбу бросаю во всю. Так, кто тут у нас? Тут, кажется, да, тут одного призрака убили. Ну ничего, у нас меч сломался, и нам остается рассчитывать только на бомбы и на другие. О боже. Смотрите, мы появились на спавне, конечно, эта карта так себе. Она как-то непонятная. Поэтому давайте лучше возвратимся в лобби. И подумаем, на какой карте еще сыграть. На какой тут? О, на Сенкутер давайте зайдем. Прикольная карта. You have now joined Sanctuary. Sanctuary. Не знаю, как правильно пишется. Please wait for the next round to start. Окей, подождем. Кажется, сколько там? Сколько ждать надо? Так, что-то появится. Какая-то новая роль, но она наверняка опять платная будет. Так, нам осталось ждать 2 минуты. Ну, надеюсь, кто-то бьет раньше. Я на это очень надеюсь. Вы посмотрите на это лицо! Вообще, просто вообще. А это кто у нас, король какой-то? Ты кто? А это кто у нас? Какой-то не знаю кто. А ты кто у нас, крутой чел, да? А я кто у нас? А я брось, да, я брось. Давайте, я всегда это делаю, когда нечего заняться. О, кстати. Кто-то убил призрака, да? Да, нам осталось ждать всего 22 секунды. И да, кстати, я понимаю, что вот это вас раздражает, но я скоро сделаю свою собственную ветрозащиту на микрофон, чтобы это не было. А так микрофон мне вроде бы нравится, все хорошо. Так, сколько нам секунд ждать? Бэтмен? Что? Это какой чувак вообще в трусах? Бэтмен. Так, оу. Да-да-да, моя любимая. Ну нет, не моя любимая, моя любимая была самая первая карта. Но это тоже ничего, карта. Тоже неплохие карты. Она не такая большая, конечно, как та, но она все равно интересная. Тут можно прыгать по крышам, залезать на крыши, да. Вот так хоп, 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 потом хоп, потом хоп, 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 да. Так, мы уже в крепости. Так, я слышал, как призрак. Нас там. Дома. Где у нас? Еп! Ой, чёрт, еп. Вот, я вижу, где-то призрак, он где-то тут. Где-то тут он был. Давайте тщательно следить за призраком. Вон он там. Раз там чувак. В меня зачем пулять? Случайно, наверное. Так. Призрак. О, вот он! Убиваем призрака! Он хочет скрыться! Плохой призрак! Bad ghost! Я не вижу тебя. Призрак! Я вижу тебя! Я чуть не упал в пропасть! Вот призрак! Я же его вижу! Я вообще такой нуб в Госткрафте, блин! Это вообще просто... Что? Где призрак? Он ушел. Вон он! Он где-то тут. Вон он, я видел, тот там дымок видел, он где-то тут был. Блин, ты не так быстро уходит. Так, где он теперь? Здесь он не застанет. Так, вон, все пошли туда, значит, там призрак и флексо какой-то, 198, убил. 198, убил. Убил призрака. И у меня 7, что, почему так мало процентов? Тут уже мой друг. 7. 5, хей, ну хей, я уже говорил, хей. Бывает же, встречаются люди на серверах, когда кто-то снимает. И давайте сыграем еще несколько раундов, и я на этом закончу первый выпуск нашей новой рубрики, которая, надеюсь, вам понравится. Опа. Say hi to you. Так, ладно. Ш-
что там было. Там это призрак. Мяу-мяу. Нет, во всем ты виноват, обезьянов в космическом костюме. У тебя очень крутая голова. Еще говорят, что обезьяны умные. А, ну хотя быстро убили призрака. Упс, убил уже призрака. А меня сразу же с бомбы убили. Ну как так возможно? Нет. Не знаю, как возможно это. У меня 0%, когда пишет надпись The more damage goes, the better your chance of becoming the next one. Это значит, что у нас мы вообще не нанесли процент призраку. Да. А, как вы видите, тут много народу играет. Ну, я на сервере US, то есть United States, значит, это у нас Америка, Соединенные Штаты. И тут играют американцы в основном. Вы это заметили, наверное, по надписям в чате. По сообщениям, кто меня уже бьет. Но также есть тут европейские сервера, где большинство у нас русских там играют. Так, но я туда не зашел, потому что там очень мало человек было. Почти. Где он? Я вообще не вижу. То все пуляют туда. Вот он туда улетел, значит. Вот и вообще, ну, просто все пуляют. Я стою, смотрю. Вот он! Нет, казалось, что там. Где-то... Вон он! Ой, я в него попал, чувачки! Он это кинул. Зелье отравление. Но я смог сбежать. О, раньше такое не давали. Ну, вернее, не давали, но кольчужник был тоже кожаный вроде. Так. Возьмем себе зелье силы. И идем. Я вижу призрака, тут он где-то. Вот он. А, это не он, мне показалось. Тут все черное, тут все можно призрака на самом деле убить. Раньше я даже получше играл немного, чем сейчас. Но я давно не играл. Тем более мне лицензию только подарили. И мне это очень радует, спасибо. Сергей Хохряков. Да. Так. Ну, призрак, ты готов со мной сразиться? Ты такой мазафакис крутой, что ли? Да. Хочешь сказать, что ты такой крутой? Это зря. Это очень зря. Потому что я круче тебя. Где? Покажись так. Правда, у меня 2,5. Сердечко, и какой-то Скейр Макс уже убил этого призрака. Все, я не могу это терпеть. Что? Я не умру. Нет, я умер. У меня 9-1. Ты, блин, 1-1. Вообще просто. Сыграем сейчас последний раунд. И закончим на этом. Да, этот выпуск. Ну вот что делать, как дождёшь? О, что? О, лаги. Или... Джавони Вайпер. Какой Вайпер? Вот это реально... Так. Мы так один раз только запускали. Пока что. Ничего потерять. Ну хотя нет, это же примерно. Ой, вижу. Ой. Вижу. Нет, не вижу призрака. Призрак, покажись только мне. Где-то здесь. Я буду блуждать по коридору. А, нет, я не буду блуждать по коридору, мне страшно. Но тут, кажется, на этом уже... На этой карте у меня Херапин хотя бы нет. Не преследует, хотя кто знает. Тут у нас, знаете что? Тут у нас Хагрид кровать из Хоккрафта, реально. Вот реально Хагрид кровать просто. Да. Ну, где призрак? Итак, в общем, прошлая запись у меня прервалась, и думаю, на этом мы закончим. Если вам понравилось, как я играю в Госткрафт, то поставьте палец вверх, мне нравится, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски Госткрафта и других видео, которые вы смотрите, возможно, на моем канале. А с вами был Брайан, всем я говорю, пожелаю удачи, всем пока! We'll be right back.